Лесники открывают двери. По таким названиям в Чувашии стартовала всероссийская акция. С 1 сентября и по 10 октября в честь Дня работников леса будут организованы экскурсии в лесничество республики для школьников, студентов и всех желающих. Мои коллеги тоже присоединились к акции и побывали в Шамуршинском лесничестве. Для шамуршинских школьников знакомство с районным лесничеством началось с музея. Ребята узнали, что профессия лесовода – одна из самых старинных, и что забота о лесе – это отдельная наука, которой занимаются целые институты. Сохраняя и восстанавливая леса, мы получаем чистый воздух и прекрасное место для отдыха. Работники лесничества еще раз напомнили правила поведения на их территории. В лесу нельзя сжигать костер. Это может последствовать очень крупному пожару. Могут погибнуть деревья, животные. На специальной аллее школьники посадили деревья. Для многих из них это дело привычное. В школе ребята ходят в кружок юных лесоводов. Среди них есть и те, которые выбрали в качестве будущей профессии лесное дело. Сначала как начиналось, я просто решила посетить в школе кружок насчет лесничества. А потом как-то со временем, когда ходила, стало так интересно. И мы начали уже посещать леса, а потом уж вот недавно, считай, летом поехали уже на конкурс «Шумерли». Я участвовала как гидробиолог. Это гидробиолог, он связан с тем, что с водоемами мы рыб, там растения водные. Так интересно, интересно. Глядя на ровные ряды этих молодых саженцев, вряд ли кто-то останется равнодушным. На это и рассчитана акция. Школьники учатся бережно относиться к лесному хозяйству. Ну, основная у нас цель, чтобы вырастить нам стандартный посадочный материал для этого лесничества. Основной у нас хвойный, сосна, ель. Это у нас в большом количестве. А дуб, лиственница, ну, у нас не так это идет к нам. Но у нас почва песчаная. Школьникам есть на кого равняться. Сотрудники Шамуршинского лесничества с большой любовью ухаживают за саженцами и взрослыми деревьями и готовы научить этому и других. Труднорассийского участкового лесничества по итогам 2013 года на территории Министерства природных ресурсов организовано мероприятие «Конкурс на лучшее лесничество и на лучшее участковое лесничество». Вот Турганасинское участковое лесничество среди всех участковых лесничеств республики заняло первое место и удостоилось приза УАЗика для служебной езды. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика.